Приветствую вас, друзья! В моем сегодняшнем видео я хотел бы рассказать вам о таком довольно интересном и необычном DeFi проекте, как Ferrum Network. Ранее я уже несколько раз упоминал его в других своих видео, в контексте того, что тот или иной DeFi проект заключил сотрудничество с платформой Ferrum Network. Поэтому думаю, что Ferrum Network достоин отдельного видео на моем канале. Тем более, что в последнее время у данного проекта появилось несколько важных новостей и анонсов. Так что обязательно смотрите видео до конца, чтобы узнать об эксклюзивном способе заработка с помощью Ferrum Network. А также в конце видео будет раздача токенов данной платформы. Но для начала, думаю, стоит рассказать в общих чертах, что же представляет собой проект Ferrum Network. Команда Ferrum Network создает не просто очередной DeFi проект для стейкинга и фарминга, а целую экосистему DeFi, которая взаимодействует между различными блокчейнами и устраняет препятствия для массового внедрения DeFi технологий с помощью удобных продуктов для обмена, а также стейкинга и перевода криптовалют между разными цепочками блоков. Сеть от Ferrum Network представляет собой мощный ацикличный граф, который, в отличие от обычного линейного блокчейна, позволяет обрабатывать гораздо большее количество транзакций. И это не мудрено, ведь продукт от Ferrum Network позволит передавать любую криптовалюту или токен за миллисекунды при практически нулевых комиссиях между различными блокчейнами. В данный момент часть из заявленных командой функций уже реализована в проекте Ferrum Network. Так, например, их некастодиальный криптокошелек под названием Unifier уже сейчас дает возможность совершения быстрых транзакций и обменов с помощью ссылок по технологии LinkDrop. Также собственная система Staking as a Service от Ferrum Network сейчас используется для десятки проектов, а их система обмена монет между блокчейнами под названием TokenBridge на данный момент представляет собой самое быстрое и безопасное средство перемещения активов между Ethereum и Binance Chain. Что же касается токеномики проекта, то базовый актив сети Ferrum Network — это токен FRM. В данный момент уже торгуется на нескольких небольших площадках, таких как Uniswap, BitMEX, Binance DEX, OneInch и некоторых других. Однако недавно команда Ferrum Network объявила в своем блоге, что скоро у FRM произойдет листинг на крупной глобальной бирже, название которой пока держится в секрете. И как вы знаете, листинг на больших биржах всегда является катализатором роста для молодой криптовалюты. Но создатели Ferrum Network решили не останавливаться на простом листинге. Они хотят предоставить своим пользователям еще больше возможностей и при этом помочь в развитии проекта. Для этого они запускают программу под названием Iron Mountain. Она представляет собой смесь листинга, частной VIP-распродажи и частного раунда стейкинга. В частой распродаже с выгодными ценами на покупку токенов смогут принять участие все пользователи Ferrum Network, у которых на балансе кошелька Unifier имеется минимум 50 тысяч токенов FRM. Минимальная сумма покупки в частной распродаже составит $1000, а максимальная – $10000. При этом, чем больше токенов FRM у вас имеется на балансе в кошельке Unifier до начала распродажи, тем больше FRM вы сможете купить во время VIP-раунда. После же данной распродажи Ferrum Network запустит еще и эксклюзивный период стейкинга, который продлится в течение 3 месяца. И в ходе которого пользователи смогут заработать 150% годовой прибыли от своих ставок в токенах FRM. На данный момент это все известные условия распродажи и стейкинга, потому что команда пока еще держит все в секрете. А более подробная информация будет объявлена через несколько дней после выхода данного видео. Так что у вас еще есть время, чтобы подготовиться, а именно завести себе кошелек Unifier и купить минимум 50 тысяч токенов FRM. Ведь как минимум 150% годовой прибыли на дороге не валяются. Конечно, многие DeFi предлагают и большие проценты по стейкингу, но Ferrum Network является не просто DeFi-однодневкой, а реально мощным проектом, который имеет под собой продвинутую технологическую базу и токены, которые уже сейчас находятся на 300-м месте в рейтинге CoinMarketCap.
а в будущем поднимутся и в первую сотню, после того, как команда реализует все заявленные функции своего межсетевого протокола. Ну а теперь, друзья, конкурс. Команда Ferrum Network совместно с моим каналом проводит конкурс на $100 в токенах FRM. Что для этого нужно? Это подписаться на мой канал, оставить качественный комментарий про проект и вступить в телеграм-чат проекта. Ну вот и все. Удачи вам и профита. Пока-пока.